нас на Сохо открыли вот такой новый чикен. Называется это вот это вот название. Бррр. Короче, мы здесь пришли, взяли купон с Groupon, чуть-чуть подешевле, так 18 обычная цена, а с Groupon получилось 11,60. Мы заплатили, там входит бургер, потом картошка, потом десерт, брауни можно выбирать, там разные есть, шоколадные, еще какой-то, и попить. Это все стоило 11,60. Будем пробовать, что это. Вкусно, невкусно. Вот на Сохо это получается за Бирмингемом. Такой райончик есть. Ну, тут в основном индусы живут. Ну и мы здесь вписались. Заведение сделано под евростандарт. Так прикольно все. Чистенько пока что. Цены, конечно, не маленькие. Вот такие вот прикольные светильники. Но дизайн неплохой, я сказала бы. Сейчас покажу вам цены. Цены, конечно, не маленькие, я бы сказала. Ну вот, бургеры 6 фунтов начинаются, 7 есть. Вот есть какой-то спешл 12 фунтов, но там вообще соус с него текет. Аж такой сыр текет будет. Ну, такой он называется грязный бургер. Dirty. Короче, вот такие вот цены. Рапы по 5 фунтов. Но я думаю, что здесь вкусно будет. И у них еще есть, короче, вон, happy hours каждый день. Пока они открылись, наверное, один бургер покупаешь, один в придачу бесплатно. С 3 часов и до 5. Именно в эти часы будет вот такая вот прикольная акция. В бургеры есть вот такая опция. Короче, картошка и сверху мясо и сыром таким жидким поливается. Вот я вижу, эта цена стоит 6 фунтов, вот такая, 5,93. Ой, тут есть еще другого варианта, подороже даже. Пармезан что-то там, вулкана, вообще 15 фунтов почти стоит. Ну и kids меню, вот такой комплект для детей, 5 фунтов почти стоит. Ну вот это, конечно, самое дорогое, по-моему, здесь 15 фунтов стоит. Также здесь есть коктейльчики молочные, вот по 4,40. А, подождите, 4,40 это не то. А, по 7, ничего себе. Премиум шейк, а, классик. Классический 4,40, премиум. И вот, про которые часы я говорила, happy hours, вот они. Monday to Sunday с 3 до 5. А, получается, по одной цене 2 бургера. Это прикольно. Вот пришла наша еда. Вот такой большой бургер. Там филе куриное, натуральное, картошечка. Выглядит неплохо, да? Приятно. Соуса, правда, немного, но ничего. Я думаю, это вкусно. Нам комплимент сделали. Детям конфетки подарили. Какой-то менеджер подошел. Сейчас буду пробовать, короче, бургер этот. Вот такой он. Я думаю, что должен быть вкусный. Такой чуть-чуть остренький, с приправками. Ну, вкусный, да. Так что рекомендую, место хорошее. Открыли. Кстати, в бургере есть такой привкус карри. Потому что, как я понимаю, заведение открыли индусы, да? И у них тут тоже музыка вот сейчас играет на фоне, индийская. Ну и бургер сам по себе такой чувствуется, как будто индийский такой соус там внутри. Ну, вкусно вообще, мне нравится. Чуть-чуть, правда, остренько, но есть можно. Не сильно остро, как бы. Нам принесли еще тортик. В наш комплект входил такой тортик. Смотрите, какая подача. Как в ресторане, можно сказать. Тортик брауни. Он должен точно быть вкусный. И его уже точно нельзя испортить. Он, кстати, тепленький. Вот, принесли нам еще 2 бургера. Вот такие. Эти уже мы заказали по скидосу. Как я говорила, где когда happy hours идут. 2 бургера по одной цене.
вот мы взяли вот этот 4,94 стоил. Грилл чик взяли и бифбой. Бифбой вот такой, с одной котлеткой, с сыром. Куриный очень даже неплохо выглядит. Там соус какой-то. Будем пробовать сейчас. Вот такой бифбой. Там лучок. Все такое. Буду пробовать. Вкусненько. Но скажу, котлета такая. Может, могла быть и лучше такая, она, как сказать, не натуральный биф, а говядина, да, а как будто, ну, чуть-чуть жирком добавлено довольно-таки много жира. Но куриный, я думаю, точно должен быть вкусный. Сейчас буду пробовать куриный. Вот так эта красота выглядит. Сочняк. Короче, рекомендую брать не биф лучше, а куриные. Куриные у них зачетные бургеры. Реально вкусные. И такая цена еще за два бургера 5 фунтов. Это хорошая цена. Тем более натуральная курица, куриное филе. Не то, что как бывает, знаете, котлета покупная, а реальная курица. Это вкусный, только там шайный. Какой тебе больше понравился? Этот? Да. А тот острый аж выплюнул, да? Ну, кушай давай тогда этот. Короче, мы все скушали, я даже не ожидала почти. Ну вот, Дилана чуть-чуть осталось, ему понравился, кстати, больше этот говяжий бургер, хотя я удивлена, обычно он куриный ест. Да, Дилан? Сегодня попробовал такой, и потому что он не острый, ничего. Такое мясо такое, как не сильно чувствуется говядина это. И для него очень даже хорошо зашло. А мне понравились, короче, куриные. Они с таким соусом пропитанные. Короче, вкусные. Но чуть-чуть островатенькие, особенно в конце острота чувствуется. Сначала, когда кушаешь, нормально, с булкой это все смешивается, не сильно чувствуется. Так что мы довольны этим заведением. Дилан кушает бифбургер, да? Что очень удивительно для него. Вот такие цены. Нормально так покушали. Прямо на Soho Road это получается недалеко от бывшего Барклая.